какая горка не одолела ее на тесте, потому будет лебедиться. А там едет еще 4 на 4 на помощь. Вот такие пироги. О! Вот нас поехал в объездочку. Укоротили канат. Тянем, тянем, потянем. Сидящее место. Ты вот он, УАЗик. Да, 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 да. Сейчас мы поедем туда же. Мы тоже хотим посидеть. Будем тащиться. Сначала L200 тащит УАЗик, а потом я тащу L200. Логика такая. Понятно. Такой трешняк. Приехала еще машина. Сейчас будем в два троса. В две лебедки это все вытягивать. Такая история. Отойдите подальше тоже, да. Вообще подальше. Конкретно подальше. Здесь-то нас не зашибет нахрен. Ну вот я вот надеюсь, что нас не достанет. О! Стронулся. Вообще очень опасная, опасная вещь. Ну что ж, смотрим дальше. Вот так, вот так оно и происходит. А восьмитон не хлопнул. Конечно! Да. Вот оказывается, патриот приехал помогать. Он спасал Бентли. Да, хюндайчик с надписью Бентли. Да, но закончилось это тем, что провалился сам. Так что вот, все добрые проступки, они реально наказуемы. Все тренируются. Все боятся троса. Все испуги разбегаются. Какой-то странный звук. А, стаскивает эльку. Конечно, стаскивает. Ух ты! Ух ты! Что это было? Это было продвижение назад. Целых 10 сантиметров. Выиграли 10 сантиметров. Ух! Буквально на сантиметры. 10, наверное. Максимум. А сейчас они еще натянут, должен пойти еще. Вот трещит, я слышу. Стальной трос трещит. Да, мне тоже так кажется. О. Вот эльку стаскивает. Ага. Ну я сейчас подъеду, может быть, у меня заикарится. Потянем. Потянем, потянем. Ой, мама. Извиняюсь. Ух ты. Я говорю, он скачет-то нормально. Скачет. О, идет, идет, двигает. Сейчас
вытаскивает перед, сейчас уклонит. Справа, с вашей стороны пошла. Он не провалится сейчас, не, но нам не, будет. Нет. Он выходит больше. Держись, держись, да. Вот этот рышняк. Подожди, стой! Да, что-то колеса-то, по-моему, нет. Да, колеса-то, по-моему, нет больше. Попробую. Мост там остался? А, на излом. С этого, да? На излом мост остался. Да. Боже, переломало мост. Еле сломало. Что, сельку выловил? Там на рессорах он вот так. Леса там нету, по крайней мере, уже больше, да. О, так подвернулся. Тут раньше было колесо. Да уж. А я не, на месте колесо, на месте. Вот это, конечно, да. Ну, тут лед посерьезнее вроде. Может, побольше лопату дать? А тебе мне интересно, нет? Дерево завалить сейчас за колесо. Слушай, знаешь, почему он начал гнуть? Ступеньку кажется. Ага. Бревно слабое, надо нормальное бревно. Видишь, когда рубили тогда, тогда же машина подъезжала, правильно? Слушай, а попробуй вот здесь лопатой садись, зацепимся или нет? Ломай ее. Нет, да, нет. А ты хоть с джеком попробуй? Хоть джеком-то, нет? А, ты бревно хочешь? Сейчас, смотри. Не выдержит. Не-не-не, он даже не двигается. Не, давай так, что туда в конец подорыть. Тут вон ломик есть, может ломиком? Нет, где там ставить? Он ломиком может, тут ломик есть, ломик есть вот. Может ломиком? Ломика не хватит, там надо рычаг очень здоровый. Русский. Очень здоровый, надо деревину такую. Третьей лебедкой с третьей машины туда вытащить. Да, вот это я бегу. Пошло, пошло. Проушина уже трещит. Стой, валится, она не отпускай. Вдруг все интереснее и интереснее. Теперь это будет перетягивание УАЗа, да. Какая лебедка куда перетянет УАЗ. Одни будут тянуть вперед, другие назад. По частям, да, вытащить УАЗ проще. Национальная русская забава, перетягивание УАЗа началась. Прощание, да, с весной. Стекло на всякий случай открой, а то мало ли чё. Я бы открыл до конца. Стрём. Ну как там глубоко так, окажется? Глубоко он не уйдет. Ты уверен? Но здесь не очень глубоко. Метр 10 лопат. Так, нормально. Среднего глубина. Молодцы, блядь. Не-не, сейчас хуже утонуло. Сейчас хуже утонуло. Сейчас куда хуже сел, да. Все, провалился он. О,
мост. Да. А мост встал на место. Ну зато на место в мост встал. Тут точно. Стал. О, вот это я понимаю. Ух. Вот это да. Зачет. Да небольшая квадроцикл спокойно проходит. Вот так вот. Надеюсь, пропилить вот эту штуку. Ну такая глубина, два таки здесь на землёвку проходит. Идеи покупают своей новизной. Теперь его предложили утопить. То разорвать, то утопить. А есть пила? Пила есть? У нас пилы ни у кого нет. А так бревна помогли бы тут здорово. Просто бревном, как рычагом можно, только бревно хорошее. Или под порог, все пороги выдержать. Сейчас я буду посмотреть. Потянем. Тянем, отойдем. Тягивание у вас продолжается. О! Какой-то нехороший звук был. Хрен ты с ним. Пошел, кажется. Сейчас. Там мост, смотрите, не загибает. Не, нормально пока. Не, качать без смысла. Да, все нормально. Нам по веткам выходим. Качать надо? О! Мост пошло выворачивать. А вот сейчас ему нельзя больше. Все, тихо, мост нельзя выворачивать. Серега, стоп! Подъехала Нива. У Нивы есть хайджек. Это интересно. Да. Бревна. Там будут лесозаготовки. Ну да, зарылся. О, там лед, там мусор, там водичка. Там уже та же картина, что и здесь. Да. Все. Да, еще один утонул. О, вышел. Еще сейчас вперед попробовать, не? Вперед, ну точно не поедет. Ну. О. О, как? Посмотрев на весь этот ужас, Нива решила свалить. Заготовки продолжаются. Thank you.
подняться. Тащить его. Чуть вперед. Сам на колеса заводит. Не, мы не заводим его, чтобы он гидроудар сильно. Там найдется по району 20-20 км. Это клипсы. Лебедки попробовать теперь потащить одновременно. Да, попробовать можно. Мне кажется, пойдет сейчас. Тяни! О! Надо еще. Хорошо, пошел. Пошел, да. Потихоньку тащите и поднимайте. Вот так, нажимайте. Под трубу его. Вот по чуть-чуть дергать надо, по 10 свет. Поднимайте. Третий я под нос, под кузов засунул. Во, натягивай лебедку.
Нет, он вышел. Блин, мост поднялся, да. А этот что, бесполезный? Сейчас на второй бьет. Второй ребёнкой надо, да. Тянет. Это сейчас динамика может съесть в башке. До моста не дошло. Она не дошла до моста. Там воды-то, воды-то нет? Есть. Есть? Да. Жесть. Жесть. Да ничего, рисом сушит. Выскочила. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Попробуй крутануть! Вот, 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 сейчас я пробую. Сейчас пробуй еще. Тяни! Все так вот будем ломать его, бля, до самого конца. Не, теперь упираться некуда. Че, тянем, потянем репку. Еще, не знаю, полметра, не больше. О, он все-таки решил утонуть рядом. Сейчас будет еще один утопленник. Смотри.
и сейчас будем в три лебедки тянуть в одну сторону. Такие дела. Лебедку провернула? Монтировку или что-то там было сажено. Да, это что-то. А она была где-то в плече, что ли? Блокировал крысу? Что-то не понял, где она стояла вообще. Что-то. Мне точно, бляха, муха эти не порвала там фланги. А ты на тором сложил, знаешь, как? Спасибо. Если тормоз провалился, значит порвал. Я уже шла, трубки идут по этому самому, по мосту. Я... Но он не, зап... не хочет провалить. Сейчас не ломаю. Просто тропит лед. А по-другому вариантов нет. Пока еще. Единственная проблема, что этот самый, склонник уже согнули. Если под мост подкопать, туда вот эту бревно засунуть, как лыжи, чтобы он хотя бы мостом наезжал на нее. Тянем, потянем. А то руля только прямо поставь. Ага. Вперед, да. Карим Сашу, чтобы машина его не трогала с места и вытаскивала ту. А этот будет цепляться вот за это. Такая эпопея. Везет тебе. У тебя свитер есть. Такая вот история. Тянем, потянем. Во. Вот с такой подсветочкой-то получше. Стою тут, проваливаюсь. Машина сдает назад. Тянут две лебедки. Третья лебедка не горит. Машина, которая тянет. По чуть-чуть. Тянешь его, да? Да. Тянем, потянем репку-то, блин. Вот ведь посадили, а? Вот это посадили репку. В общем, Сашина лебедка перегрелась. Теперь будем менять рамблер на Сашу. Рамблер будет пытаться тянуть теперь этот. Ну, вначале рамблер вытащит Сашу, потому что Саше тут тоже не выехать. Вот такая вот трешневая поездочка сегодня получается. Тянем, потянем Сашу.
велосипеда. Один выехал. Не-не, я думаю, еще может подрепахаться. Нас... А блокировка есть какая? А? Спереди есть блока? Нет? Тогда походу сел. Давай затрос сделаем. Самое оно.